Ребята, в очередной раз привет, доброго дня. Кто сегодня меня еще не видел, я сейчас побывал в городе Фюрт, это Бавария. Побывал на площади, где обычно проходят рождественские ярмарки. Хотел посмотреть, что там происходит. И был очень интересно удивлен на фоне того, что сейчас у нас так называемая пандемия. Что там происходит, давайте вместе посмотрим. Вот что я там увидел. Вот и что мы видим. Тут уже стоит у нас елочка. Карусель рождественскую подготавливают. Происходит подготовка к Рождеству. Да, вот такое, видите, вот уже ларечки стоят. И подготовка идет полным ходом. Вот другая сторона площади, ярмарочная карусель такая, которая каждый год стоит в городе Фюрт. Ну вот, ребята, я пробежался по ярмарке, или как немцы говорят, по Баустелле, то есть где будет организовываться ярмарка. На заднем фоне вы видите эту карусель ярмарочную. К чему я веду? Вы видели мой ролик сегодняшний, где я показывал статистику заболеваемости, какие бешеные цифры и как наше правительство кричит, как все плохо, да? И в то же время рождественские ярмарки будут в этом году работать, все открывается, то есть массовое скопление людей разрешается. Вот. Как это, почему это, я задаюсь вопросом, ну как, конечно, это же деньги в казну, как же можно без этого, без денег, которые пойдут в казну? И несмотря на такое скопление, несмотря на такой рост заболеваемости, они игнорируют так называемое слово пандемия, которое они придумали, да, то есть как бы на ярмарку заболеваемость никак не будет, то есть ярмарка на заболеваемость никак не будет влиять, то есть все нормально, ради бога, ходите, бухайте, тратьте деньги, в тот момент, когда вы ходите, будете гулять и тратить деньги на ярмарке, корона не будет никак на вас влиять, в это время корона будет просто отдыхать. На этом у меня все. Скажите, что вы думаете по этому поводу. Свои комментарии оставляйте ниже. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.